дежурную часть кубинского отдела полиции поступило заявление от гражданина, который сообщил о том, что из его частного дома в селе Никольское похищены телевизор и деньги. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей. Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления был задержан 24-летний местный житель. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, ведется следствие.